Так, в торжественной обстановке Центр юнармеец открывает свою международную смену. «Дружба без границ» – второй год. Лагерь принимает гостей не только из Подмосковья и столицы, но и из других стран. Второе лето школьники из городов-побратимов Щелковского района приезжают сюда, чтобы отдохнуть, провести время с пользой, а главное – встретить новых друзей. Мы очень всегда с удовольствием встречаем гостей и даем возможность для общения на этой площадке. Почему мы даем возможность для общения на этой площадке? Потому что любые мировые процессы идут от вас, от подрастающего поколения, от того, как вы находите здесь, в этом лагере, общий язык. Мы хотим, чтобы здесь вас сопровождалось все добро, удовольствие, дружба. Вновь юнармеец приехали ребята из Беларуси, Молдовы, Польши. Впервые же здесь отдохнут школьники из Словении. Желаю вам, чтобы вы получили максимум позитивных эмоций, хороших друзей и позитива на весь следующий год, до следующей смены. Запомните эти моменты, потому что они будут всегда, всегда у вас в памяти. Один из лучших детских оздоровительных лагерей Подмосковья. Здесь учтено все для интересного, комфортного и безопасного отдыха. Полностью восстановленный, обновленный лагерь «Юнармеец» вот уже четвертый год с гостеприимством встречает школьников, все расширяя и расширяя свои горизонты. Так и на этот раз ребят ожидает насыщенная на культурные, спортивные, развлекательные мероприятия программа. Главное, что все они узнают много нового, интересного и познавательного. И найдут новых друзей. Приятно, что наши побратимы доверяют нам, присылают своих деток. Мы с удовольствием их встречаем, формируем для них и комфортные условия для проживания, как и для наших, так и для гостей. И формируем культурную программу с выездом в памятные места Московской области. Мы все предусмотрели в плане пребывания здесь у нас в детском оздоровительном лагере. Я думаю, что они много увидят. Приятно, что разных детей присылают каждый год для того, чтобы, наверное, расширить кругозор как можно большей части подрастающего поколения. Для нас очень приятно. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».